Я не видел твой третий гол. Я ходил с третьего, Пак идет с первого. А меня, Андрей, кул стал. Все засняли, ты доволен, блядь? Я больше всеми все удалил нахуй, по-любому. Вот ты падла, а? Мог бы минутку подождать? Только торпеда. Ну снизи, здесь много еще одну фразу. Только торпеда и большие сиськи. Долбоёб. Только торпеда и большие сиськи. После игры. А что? И все-таки я поймал его. Генеральный директор сигареты опять же подает плохой пример детям. Андрей, выкинь ты сигарету. Детям и своим футболистам еще. Ладно, Андрей, тебе можно, Андрей. Сегодня была напряженная игра. Андрей, ну все, теперь экспресс-комментарий после игры уже. Ну что, выиграли на классе. Торпеда клуб с амбициями. Бля, с амбициями-то вы, бля, мы с традициями. Антон, ваши комментарии. Наставления кса не прошли даром, но. Да, ну, блядь, губы пустили, единственное, недостаток. Я не увидел, солнцем ебался. Да, ты-то причем? Тихо, герой матча. Где он? Денис, спроси, хитрик сделал. Денис Зайцев. Хочется отметить просто талисман. Талисман Никита Беляев. Талисман, талисман Никита. С ним на поле вообще никак не проигрывал. Стабильно. Он прячется, потому что боится просто сглазить. Да, талисман. Ну все, поздравляем Торпеда с очередной победой. Палец вверх, Андрей. Все, супер, пацаны.